Фуз, конечно, он выходил бумажно. Сначала это была газета, потом журнал. И пока там был редактор главный Саша Долгов, это все-таки как-то тащилось, это жило. И даже там платили, ну, какие-то гонорары авторам, я про себя могу сказать, потому что иногда писал туда и что-то получал, что было всегда приятно, ибо, ну, как-то пишешь о том, что ты хочешь написать, хотя это выходило на бумаге, была редакция, было помещение. Но потом Долгов этим перестал заниматься, видно, он сменил занятие, потому что он сам из моряков, военных, в общем, не буду сейчас даже, вот, не могу не то сказать что-то. И ФУЗ остался в виде, в интернетном виде. Но там, я там тоже немножко так что-то писал, но это уже более, на мой взгляд, что-то камерное, более узкое. И, в общем-то, я не знаю, есть ли этот ВУЗ сейчас, я не могу сказать. Это уже такое продолжение было, которое, по-моему, уже, ну, оно уже было не то, что в бумажном виде. Все-таки старый ФУЗ, бумажный, журнальный особенно, это было, может быть, не самое крутое издание, связанное с музыкой, но это был реальный журнал, который читали, который был важен для музыкантов и для тех, кто имел возможность этот журнал подержать в руках.